Ну, кто тебе такое в глаза скажет? А? Издержки есть в любом деле. Хлеб режут, крошки остаются. Вы прям как Сталин, Виктор Павлович. Не самый дурной пример для подражания. Способный юноша, найди мне его. Пора кончать с этой бодягой. Ну, у меня нет времени ждать, когда его в кресты переведут. А теперь иди, Гриша. Мне с товарищем полковником обсудить кое-что надо.